Всем доброе время суток. Как и говорил, следующее производство. Производство у нас получается из слитков. Из слитков железа, из слитков стали и из слитков меди. Соответственно, времени вроде немного. Но я как бы это уже давно начал строить, поэтому, в принципе, между видео не такой большой промежуток будет. Так вот, вот у меня получается небольшое производство из железных слитков. То есть здесь производство у меня винтов, производство прутов и производство пластин. Сразу же, в одном месте. Вот у нас станция, сюда привезли слиточки. Здесь их разгрузили. И пошли в три ряда они на конструктора. И вот справа у нас получается грузятся пластины, слева грузятся винты, а прямо у нас грузятся пруты. Все в одном месте, один поезд привез, не надо кучу поездов. Что ты ждешь, стоишь? Почему ты не уезжаешь? А, он ждет вот этот поезд. Сейчас он уедет с кольца, потому что значит ему налево надо. Ну, немножко, да, надо доработать, конечно, путевые светофоры, но, в принципе, все работает, все хорошо. Ладно. У нас получается такое производство, вот оно, прям еще компактнее, чем слитки делаются. То есть, конвейеры всякие, вот эти соединители-разветвители я ставил прям вплотную. В некоторых местах они аж прям туда внутрь залезают. Конвейеры все равно ставятся, то есть, там, наводишь примерно вот сюда. Там он снизу таким синеньким, небольшим там загорается, там, даже если не загорается, нажимаешь двойной щелчок, и он соединяется. В принципе, все нормально, все работает. Даже если внутрь засунуть. Вот, это, скажем так, первый вид установки конструкторов. Здесь у нас получается на 4 железнодорожных станции. Здесь у нас на 3 железнодорожных станции. Вот такое производство. Ну, я нахрен начал здесь складов вместо конвейеров. По факту можно было просто конвейеров побольше делать, но я поставил кучу складов. То есть у нас слитки здесь привозятся не как там в начале, а потом... Три станции на погрузку готовой продукции. Здесь у нас станция, вот эта погрузка готовой продукции, а здесь уже слитки привозятся сюда. То есть они привозятся из вот этой станции, как это, вот этого склада, железнодорожной станции, они погружаются, разгружаются в эти склады. Из этого разгружаются в эти склады. Соответственно, здесь у меня делаются стальные... Как они называют? Стальная балка, во. Хотел сказать стальные пластины. Здесь делают стальные пластины, да, стальные балки. Вот получается 4 ряда конструкторов по 5 штук в каждом. То есть 20 конструкторов сюда, 20 сюда. Вот получается разгружаются... А чё, почему у меня труб так много? А эти не делают. Вот косячок нашел свой. Получается вот... Идут слитки один ряд, здесь слитки второй ряд идут, здесь у нас готовая продукция, здесь слитки третий ряд идут. И вот раз, два ряда у нас идет, получается, с готовой продукцией, они идут сразу на склад. Ну, главное не пропускать, нигде ничего не забывать соединять. Бывает все-таки и такое. И, соответственно, здесь, можно сказать, в зеркальном все идет на этот склад. Тоже все воткнуто чуть ли не друг в друга. Хотя, в принципе, даже друг друга. Я не знаю, почему они не добавят так, что ставишь соединитель-разветвитель прям на вход или выход, и он прям цепляется без конвейера. Потому что приходится конвейер все-таки туда подсовывать, скажем так. Ну и столбики я по старинке также ставлю на конвейер посередине между двумя линиями производства. И соединяю таким способом, обычным, самым простым столбиком первого уровня, первого, это как МК-1, скажем так. Частенько в некоторых играх они называются. Так, это у нас получается второй тип. И третий тип, я, по-моему, я не достроил его. Вечером уже сидел, строил. У нас здесь, получается, привозится один ресурс, а делаются сразу три, но один ресурс делается из второго. В принципе, здесь то же самое. Тут два конвейера идет. Две линии по 10 конструкторов. Здесь делаются у нас медные пластины. Здесь делается медная проволока. И дальше медная проволока идет. Часть идет на склад. На склад, на погрузку, а часть идет на производство дальнейших кабелей. Ну вот, производство прям только-только было сделано, соответственно, здесь еще ни слитков, ни винтов, ни проволоки, ни пластин, ничего нету. И кабеля только начали делаться, поэтому вот здесь прям все эти линии пустые. А, чуть было не соединил. А, вот, кстати, вот здесь я, видимо, и пропустил. Вот, можно и показать заодно. Вот появляется синяя такая-то, ну то, что это чертеж как бы. Все правильно.
Я там не соединил, потому что я там не то поставил. Вот, как-то так. Блин. Ну, такое тоже бывает. Бывает и два раза. Ладно, надо просто сначала так сделать, а потом все. А ты почему не работаешь? Нет питания. Ну, я же говорю, я это вечером делал. Соответственно, получилось вот как-то так. Там пропустил, там перепутал. Ну, вроде все работает. Единственное, надо подкопить немножко проволоки сюда. Соответственно, как те склады забьются, вся проволока пойдет сюда и начнет более-менее нормально работать это производство здесь. Я не подсчитывал, чтобы прям вот строго, сколько там проволоки делается, чтобы сделал здесь. Оно накопится, они все, все забьются, все конструктора забьются этой проволокой. Когда я отсюда возьму кучку проволоки, здесь куча кабелей, здесь куча кабелей сразу сделается, отправится на конвейер, отправится на склады. Поэтому я никогда не высчитываю производство. Единственное, я смотрю по конвейерам. Чтоб не было так, что я там на один конвейер пихаю там 25 конструкторов, а по факту конвейер справляется только с 5. Ну, возможно, там я могу сделать там один лишний там конструктор, один там два конструктора лишних, но не больше. А так, в принципе, я не высчитываю это производство, не вижу в этом смысла, потому что оно все делается постепенно, все склады забиваются постепенно, и также тратиться они будут постепенно. Так, единственное, у меня нет производства из слитков алюминия, пока из катерийных слитков. Это я еще буду дальше делать, но это будет производство похоже на какое-то одно из этих трех производств. Тихо. Может, даже оно будет меньше, там из катерийных слитков. Да, из катерийных слитков уже делается, по-моему, только катерийная проволока. Вот, как-то так. Пока на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр и пока. Thank you.